Всем привет! Вы находитесь на канале Татарский Кордон. И это первый зимний выпуск на канале. Ну, хотя, как бы и зимним-то его назвать уже и нельзя. На носу 17 марта. Можно сказать, что уже пришла весна. Но, судя по погоде, судя по снегу, у нас в регионе еще самая настоящая зима. Совсем недавно прошли морозы. Морозы были под 20 градусов. Сейчас температура воздуха опустилась примерно до минус 5, минус 1. Мы решили выехать в лес. Увидим, что будет, то будет. Смотрите наш новый выпуск. Ну, всем привет! Мы очень быстро стартанули, буквально за 20 минут не успел ничего снять. Сейчас мы уже в дороге. Едем по насту, но... местами проваливается все равно. Привет, мы прибыли на место. Сейчас будем разгружаться. Погодка теплая. Снега выпало много. Будем чистить снег, набирать воду. Поехали за водой. Взяли, там вон Тайсон бежит. Едем на озеро за водой.
Он Тайсон бежит. Поехали за дровами. Погодка шепчет, солнышка не хватает. Да, ну, буквально градус. Поедем. Давай руку. Пилим сухостой. Дрова нормально. Дров нарубили. Осталось дотащить до снежика. Прошло 20 минут. По-прежнему пилим сухостой. Работа кипит. Дров нормально, должно хватить нам и на баню, и на избушку. Что-то попало. Дров напилили. Начинаем погрузку. Плюс, наверное, будет жарко. I'm on the battle. Наконец поели. Такого дрова.
общем, ситуация такая. Время 5:30. Один наш человек не добрался из соседней деревни. Мы с ним созвонились. Он нам скинул свои координаты. И мы сейчас направляемся к нему навстречу, чтобы встретить и сопроводить наши избушки. Нашли! Прошло успешно. Пассажир с нами. Взяли его на арту. Едем домой. Время без 15:07. Идем топить баню. Варимся в бане. Дима! Попарились в бане. Ложимся спать. Я тоже попарился в бане. И потом тоже попарился. Температура сколько была? 80. Температура 80, стабильно держит. Блин, граба. Новый день. Готовим завтрак. Парни готовят. Сейчас позавтракаем, поедем обратно. Температура минус 2. Наша поездочка подходит к концу. Собираем манатки. Погодка, красота. Солнышко вышло. Плюс 3 градуса.
почувствовал, когда резко бросил сцепление. Конец ролика. А у нас тут на зимнике бровку сделали, чистили. Заехали. Альберто Шапенец.